Это не просто отдельные манекены, а целая роботизированная система. Роботы могут дышать, им делают уколы, берут кровь. Все это необходимо для отработки практических навыков студентов. Несколько программ, которые мы можем режимы запрограммировать. Студенты об этом знать не будут, и можно будет выслушивать, как пациент, имитация дыхания, и, соответственно, можно выслушивать хрипы. Есть специальные точки прослушивания, и уже по вот этим точкам воспроизводится звук. То есть это очень интересно, очень здорово. Таких вот тоже у нас еще не было. Когда я заканчивала медицинское училище, еще в тот период времени, конечно, такого не было у нас. Аккредитационно-симуляционный центр при Петрозаводском медколледже был создан по поручению главы Карелии. Сегодня Артур Парфинчиков приехал на открытие, чтобы лично оценить все новшества. Это эпоха, я считаю, новая эпоха в карельской медицине. Потому что это, в общем-то, возможность действительно в системе поддерживать профессиональный уровень, обеспечивать непрерывное медицинское образование для среднего медицинского звена на очень хорошем уровне с использованием современных манекенов, роботов. Аккредитационно-симуляционный центр открыли в здании бывшего центра паллиативной помощи. Здесь выпускники будут получать необходимую для будущей работы аккредитацию, а начинающие специалисты смогут пройти подготовку. В новом центре первые студенты сдадут экзамен уже в этом учебном году. Наталья Ильина, Александр Колобов, служба новостей.